очень надеюсь, что вы сегодня не зря проводите свой субботний вечер. Всем привет! Меня зовут Нова Хольга, и это фэшн-концерт. Мы находимся на дне рождения Даши Бажинар. Сегодня будут присутствовать участники проекта «Голос» и Полина Гагарина. Привет! Хочу поздравить тебя с днем рождения, с презентацией песни. Спасибо. Какие ощущения на проекте «Голос»? Какие могут быть ощущения? Нервы, сплошные нервы и кайф. И что еще может быть? Все очень круто. Воспоминания самые теплые, самые классные. Поддерживаешь общение с Полиной? Конечно. Вот недавно с ней общалась. Супер, она меня поздравила, не смогла прийти, у нее концерт, но мы обязательно увидимся, она ждет послушать мой трек. Поэтому все замечательно, она поддерживает всегда. О, это очень круто, когда наставник поддерживает. Какие ощущения до проекта и после изменились? Да, изменились. Желание и стремление двигаться дальше. Фанаты появились? Люди, поклонники творчества появились, я не люблю слово фанаты, вот, да, поклонники появились, пишут, поздравляют очень много, поддерживают, приходят на концерты, берут даже автографы, что очень, вот что поменялось после «Голоса», то, что стали брать автографы, и когда подходят ко мне какие-то маленькие кнопочки, берут автографы, я всегда с огромным удовольствием с ним фотографируюсь, останавливаюсь, рисую им сердечки, спрашиваю, как зовут, очень приятно. Спасибо большое. Спасибо вам. Немного в другом районе Москвы, но она все равно выяснила с Дашей. Они очень тесно и тепло общаются. И, конечно, одна из первых вместе с нами слушательниц этой песни станет ее наставница по шоу «Голос». Дина, сколько лет существует группа Crazy Beats? Скажи, пожалуйста. Примерно в районе 4 лет. И Даша изначально была вокалисткой этой группы, а ты была на клавишах, да? Мы даже познакомились в музыкальной школе, она преподавала вокал, я преподавала классическую фортепиано. И мы ходили по коридору, смотрели друг на друга, и мы прекрасно понимали, что мы должны срочно слиться в профессиональную музыкальную экстазию. Но вот просто вот без слов. И в какой-то момент я подхожу к ней в класс, говорю, слушай, а не страшно нам что-то есть? Она говорит, прекрасная идея. И мы с ней буквально там репетировали 15 минут, пошли кому-то что-то сыграли. Мы поняли, что мы друг друга понимаем, мы уже чувствуем, она что-то от этого замутит. Не забывай, потому что в ее создании принимал самое непосредственное участие. Создавался на, да, мы все вместе ее создавали. И это прекрасная песня, она настолько трогательная, очень глубокая. В первичной партии добавляет такой экспрессивности, мне столько любви. Эта песня очень красивая, очень интересная. Однозначно понравится всем слушателям. Это потрясающая песня. Вау, вау, супер, супер. Алексей Кордин у нас сегодня здесь. Давайте поприветствуем. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Алексей, как давно вы знакомы с Дашей? Сложно вспомнить. Я помню, что мы однажды ходили даже в кино с ней вместе. Это было, мне кажется, лет 10 назад, какой-то прошлой жизни. Вот. Я рад, что мы какое-то время не общались, и сейчас снова встретились, и надеюсь, даже посотрудничаем музыкально. Вы сегодня просто как гости или чего-нибудь споете? Спою, конечно, обязательно есть, как написала Дашка в Фейсбуке, суперхит. Сегодня его и исполню. Алексей, я буквально сегодня видел этот суперхит на Ютубе. Это супер песня. Да. Алексей, очень рад видеть вас. Спасибо. Готовы начать выступать, начать петь и радовать. Это сногсшибательная юбка. Сегодня этим вечером музыкальную поддержку оказывают наши ребята из группы Crazy Beats. Oh,
необычная. Давайте ей тоже поаплодируем. Очаровательная, прекрасная, нестандартная, что по сей день большая редкость. О песне хочу сказать буквально два слова. Написала давно, долго пыталась что-то с ней сделать, придумать, записать, аранжировать. Но в итоге решила, что самым правильным и самым хорошим решением для меня будет то, что это будет вот так, как сегодня. Песня русская, как вы уже прочитали, вот, и она об отношениях людей, о том, что когда-то, возможно, каждый из вас переживал, вот, поэтому послушайте, вдруг вам понравится, и вы захотите себе ее в плеер. Итак, друзья, премьера песни! Галя Межина! Не забывай! Когда я поменяю все двери, ты ключи не сможешь найти. Я забуду все меры, по возможности буду идти. Oh!
ключи не сможешь найти. Человек, которому есть что сказать, он должен петь то, что он хочет донести до своей публики. Поэтому огромное спасибо, что вы здесь, что вы со мной, что вы услышали нашу песню. Спасибо еще раз большое. Спасибо! Привет! Привет. Как тебе сам праздник? Как тебе само день рождения? Классный праздник, очень все душевно, очень так все по-доброму. И, конечно, потрясающая музыка, мне очень нравятся ребята. А вот новая песня Даши, как она? Она очень чувственная, и мне кажется, что она была написана абсолютно 100% с какой-то пережитой историей. И я думаю, что она такая очень от чистого сердца, такая настоящая, прожитая песня. Я думаю, что она может попасть ко многим, правда, в сердца. И я очень хочу пожелать, конечно, ей хорошего будущего этой песне. И удачи, Даша, в творчестве. Вы гастролировали, как прошел? Мы гастролировали, нас было четверо финалистов. К сожалению, мы не поехали со всей гурьбой, как я себе это представляла. Вот, поэтому сначала мне казалось, что, наверное, как-то вот это все так будет не очень весело. Но на самом деле нам было очень весело, несмотря на то, что это автобусы, самолеты, я не знаю, машины. В общем, это бесконечные такие переезды и недоедание, недосыпание. Но было очень здорово, нас очень хорошо и по-доброму принимали во всех городах. Мы благодарны каждому городу, каждому зрителю, который приходил на наши концерты. Там были слезы, там была радость, и это очень, конечно, дорого стоит. Как сам проект? Какие ощущения вот после проекта? Какие ощущения? Я очень долго понимала, до меня очень долго доходило то, что я вообще в финале как-то вот оказалась. И я каждый раз думала, вот бы еще тур, вот еще вот эту песню спеть, а вот эту песню спеть. А в итоге получилось, что песен очень много, и теперь в программе мы катаем, ну, практически все песни с голоса, еще добавляем. И вот это осознание того, что я прошла все туры, вот это самое крутое ощущение. Я иногда там звоню маме просто вот в каком-то там в пути где-то, говорю: «Мама, ты знаешь, что я финалистка?» Она говорит: «Ты поняла?» Я говорю: «Да, я недавно это поняла», и это очень крутое ощущение, это супер, я рада. Песня своя есть написанная? Да, есть песня, которая завтра, в принципе, на партийной зоне Муз-ТВ, я буду петь ее впервые, это будет такой дебют. После Нового года я теперь работаю в Sound Media, это продюсерский центр Татьяны Тур. Татьяна Тур теперь мой продюсер, и я думаю, что у нас все получится, я очень верю, надеюсь, и совсем скоро у нас еще будут съемки клипа на эту песню. О, очень круто. Спасибо большое.